Так, всем привет. R-класс 2008 год. Пробег 202 тысячи, да? 202 пробег. Так, вроде неплохо выглядит. Сейчас быстренько прибором пройдемся. Так, начнем отсюда. Завод 115, завод 89 97, завод. Так, 148 163, дверь передняя правая крашеная, 139 тоненьким слоем, 224 переднее правое крыло окрас, капот 156 окрас, ну то естественно сколов никаких нету, на бампере тоже сколов никаких нету. Фары противотуманки отлично выглядят. Вот небольшая на бампере царапка на крыле. Переднее левое крыло окрас. 140 показывает. Дверь заводская, водительская. Заводская. Задняя левая заводская. Заводское заднее левое крыло. Так, резиной. Резина Continental 2016 года. Но резина протектор неплохой. Так, по салону. Здесь хорошо. Пороги отличные. Сиденье хорошее тоже. Такая мелочь. Так. Тут все норм. А это вот так, да? Тут до чего доступ есть, тоже все хорошо. Вижу. Полы все хорошо. Водительская дверь нормально, чуть-чуть вот ручка поблескивает, кожа затерта немножечко. Так, это все нормально, почистить максимум. Сиденье водительское вот так выглядит, ну в общем-то в достойном состоянии, еще неплохо сохранилось. Подлокотник тоже все почистить, вот будет все четкое, чистое, красивое, будет отлично. Панель тоже отличная, руль потертый, изношенный руль, поменять вот эту вот часть. Ну, здесь тоже вот такой вот творится, она покрытая резина, вот это она портится вся от времени. Так, на руле еще вот увидел педальный узел, вот такой износ имеет. Парктроники есть на машине. Так, не открывается. Так, эстетически все в багажнике неплохо. Почистить, опять же, почистить. Литье все вот, все нормальное такое. Обшивка отличная. Здесь все неплохо. Сидушка третьего ряда вроде бы тоже ничего. Нормально. Тоже все отлично, все в норме. Хорошую чистку требует. Трещина. Лобовое стекло
мерседесовская. Ну, есть какие-то сколы. В общем, друзья, автомобиль выглядит довольно неплохо. Сейчас сделаем тест-драйв на нем коротенький. Посмотрим на ходу. Итак, друзья, поехали. Где ключик? $750. Сейчас, в данный момент, этот автомобиль просим 750. Потеря, проверить шины, затем сигнализатор давления, воздуха в шинах активировать заново. Ладно, сейчас мы не будем это делать. Подкачать. Климат у нас работает. Все, я включил. На комфорте, да? Сколько? 360 в него вложили? Да. Сейчас я найду. В Мазиве самая дорогая это была плата коробки. Так, не пойму, где здесь как пробег здесь посмотреть полностью. А вот здесь вот это. Так я же ей вроде делаю. А, вот, все. Ага. Здесь... Плата коробки самое дорогое было? Да, сколько она 75. Стоила? Так, 75. И плюс масло, фильтра в коробке, потом промывочная жидкость. В общем, 90 тысяч. Семь минут. Так, пробег 197 707, замена швеца левого наружу. У вас все записано, да? Да, замена клапана вентиляции картера газов. Замена датчика уровня подвески. Замена блока управления подвески. Замена пневмобаллона заднего правого. Ремонт переключателей скоростей. Вот этот, ну, до замены коробки думали, что возможно он. Машина дергается, бывает, трогается. Ага. А потом остановишься, включается, она не едет. Потом выключишь зажание, включишь, все нормально работает. Потом я поехал к Саше, он выходит с этого, но проверили, посмотрели, 197 тысяч, это тормозные коробки, плату надо менять. Ну, а здесь плата оригинальная, их же не бывает. Так, сегодня 25 градусов, жарко, да? Кондиционер работает хорошо, справляется. Ну, все же новое. Ну, едет неплохо так, я вам скажу, друзья, едет вот сейчас так мягенько, развернулись на месте, без рывков, без ничего, все так, послушное все. Новая, потому что плата стоит. Все так, коробочка переключает такая, машина маневренная, уверенно стоит так, ничего так, вроде бы лишнего качения никакого нету, неплохо. Опа, а сейчас было что-то, что это было такое, раз, тук, какой-то догон был, да, что это было? Не знаю. Реально было? Да. Слышали? Ну да, что-то я въехал, не было такого. Что-то было, да. Ну что, тормозить? Есть как тормоза, можно. Вот это когда, вроде бы, может быть, газ, когда нажал я и потом отпустил, не додержал, а оно пошло вперед, переключение, да? Потом остановимся,
сейчас что надо делать? Вот вы же всю эту машину уже перешерстили. Сейчас надо делать. Ну, сейчас что-то надо делать с машиной? Или вот прямо сейчас поехать и все проверить, она будет четко? Ну, ничего не надо. Ничего не надо? Ну, я, в общем, во всяком случае, не вижу, что надо делать. Это вы на спорт поставили. А, я пожестче поставил. Амортизаторы. Ну, сейчас припустится. И нормально едет, вот пока ничего такого нету больше. В ощущениях непонятного. Такое впечатление создается, что на ней с уверенностью можно ехать на дальние расстояния. Комфортно. Вот это S? Да. S это Snow? C. Как русская S это зимний, а как спорт это обычный. Это вот стандарт. Стандарт, вот там. Да, 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 да. А я думал, что C это комфорт, а S это стандарт. Нет, спорт. Комфорт вот здесь. Это сейчас спорт, внизу комфорт, а посередине обычный режим. То есть надо ездить на S, ну вот это на S, да? Ну, на S как доллар. А зимой это стандарт. Ну, стандартный режим, да. Да, да, да. Когда гололед, на C. Это быстро я еду по вашим меркам, разгоняюсь? Ну, нормально, да. То есть вы так не разгоняетесь? Ну, на трассе, если там обгоняю кого-то. Да. Понял. Ну, там до полика нажимаешь, она вообще стартует. Ну, сейчас надо, чтобы машина. Ну, Типтроник также по горам, но хорошо работает. Я имею в виду лепестки вот здесь. Да, я понял, да. Особенно зимой, когда на спуске идешь на перевал, буквально его раз он пошел, ну, чтобы не давить до полика. Переключение все перебрали, но когда коробку искали, почему вот это дергание, потом в итоге поменяли плату. Но все были удивлены, потому что плату поменяли на 197 тысячах пробега. А чем удивлены были? Удивлены то, что сейчас на новых Мерседесах до 100 тысяч плата выходит со строя. 80-70. На GL-ах. На GLE вот эти, которые вышли. Uh-huh. Он говорит 120, 110, 100. 100, 120 это уже в лучшем варианте. Дальше, в общем-то, едет машина неплохо, друзья. В остальном сейчас все посмотрим акты выполненных работ. У вас все есть, так, да? На все 360 тысяч есть? Да. То есть есть на все. Мастерская, которая делает.
Остается вопрос только стоимости, ту, за которую интересен этот автомобиль, да? Давно продажей занимаетесь? Нет. Ну, вы же мне звонили, да, еще когда? Ну, с июня месяца. 4 месяца, да? Да, с мая рубля. А тогда цена начальная какая была? Какая была, 750. Предложений не и было, мне, да? Давали, я же Audi взял. Остановились мы, да, вот здесь вот. 197-707, тут замена много чего, кому надо, на стопе можно посмотреть. 1 ноября 196-1013, 1 ноября 19 пробег 195-736. Все собственник автомобиля все фиксировал. Вот, тоже можно все это посмотреть. Я же заказывал в салоне. Так. Соответственно, следили. Со скольки тысяч вы ее машину эту собственности имеете? С нуля. С 6 километров пробега. 6 километров пробега. Так, ну здесь вот с 74 начинается. Ну это ТО. А, дальше. А когда вот ее привезли, она же на этом шла с Америки. На автовоз. Свою с Америки новую ключ авто, да? Пришла, я ее получал ключ авто. Угу. А, еще вот он был в горячем ключе. Красили вы переднюю часть, да? Да, бампер поменял, капот красил. А поменяли бампер зачем? А малолетка остановился, фару и угол бампера ударил. Так, в общем, вот собственник автомобиля, Григорий Сергеевич, да, с нуля обладает этим автомобилем. Друзья, кому заинтересовал такой автомобиль, пожалуйста, обращайтесь, всем всего хорошего.